В продолжении памятного мероприятия для ветеранов-обувщиков стало праздничное чаепитие в Совете почетных работников кошкомбината, где ветераны подняли фронтовые 100 грамм. С наилучшими и самыми искренними пожеланиями в преддверии Дня Победы их поздравила депутат городской думы Татьяна Высоцкая. Хочется сказать слова благодарности тем, кто остался в живых, кто своим здоровьем, своими силами завоевал вот эту победу. Сейчас, в мирное время, вот мирное небо над головой, да, это же так здорово. Это такое счастье, что наши дети не знают то, через что прошли вы. Сейчас в Совете обувщиков в живых осталось всего 3 ветерана войны. Тамара Казунина, Таисия Скороменко и Нина Лазукова. И чуть больше 80 тружеников тыла. С каждым годом свидетелей этой эпохи становится все меньше, и тем дороже каждый из тех, кто еще среди нас.